В Екатеринбурге, в культурно-просветительском центре «Царские», по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, состоялась презентация гранд-пакета «Ирбит. 390 лет. Город купеческого наследия России». Уникальный макет с восстановленными святынями представил епископ Алапаевский и ирбитский Леонид. Перед началом презентации владыка Леонид совершил молебен перед Ирбитской святыней, которую специально привезли в Екатеринбург, Иверской иконой Божией Матери. Это древняя святыня Ирбитской земли. Икона всегда предваряла открытие знаменитой Ирбитской ярмарки. Эта ярмарка была второй по масштабу в России в дореволюционные времена. А сам город являлся не только торговым, но и культурным, и духовным центром Урала. Этой иконе около 400 лет. Перед этой иконой молились многие поколения ирбитчан и гостей города, которые, несомненно, собирались на большой и очень значимой для этой части России выставке. Эта икона всегда предваряла открытие ярмарки, и поэтому эту икону мы сегодня привезли сюда, чтобы при заступничестве Царицы Небесной открыть данное мероприятие, презентацию гранд-макета, и молить ее, чтобы в скором времени все-таки этот гранд-макет воочию мы увидели уже в городе Ирбите восстановленным, как это было в былые времена. Масштабный гранд-макет площадью 25 квадратных метров представляет историческую часть города Ирбита. С помощью этой уменьшенной копии старинного уральского города ирбитчане планируют привлечь внимание самого широкого круга людей к культуре, архитектуре, истории, быту и жизни людей города Ирбита и в целом уральского региона. К сожалению, на сегодняшний день многие исторические здания исторической части Ирбита находятся в разрушенном состоянии. И данная реконструкция позволяет нам увидеть, какой город был до революции, какой город был до разрушения. И, взирая на это великолепие, конечно, хотелось бы, чтобы это вновь возродилось в скором времени. На сегодняшний день уже в работе по реконструкции, по капитальному ремонту находится 14 домов, жилых домов, больших домов, памятников истории и архитектуры. Сегодня большие проекты реализуются в городе Ирбите в целях воссоздать его в том величии, в той красоте, значит, которая была это в былые годы. Сегодня гранд-макет, который мы открываем, он позволит еще больше привлечь туристов для нашего города. А мы считаем, город Ирбит – это туристические маршруты, изюминка Свердловской области, Российской Федерации. И я думаю, что он позволит нам социально-экономически развить наш город и украсить его. Город Ирбит – один из старинных городов Урала и Сибири, основанный в 1631 году и сохранивший огромное число памятников купеческого зодчества. Это 74 памятника архитектуры, 11 памятников истории и монументального искусства, 20 памятников археологии. Эта реконструкция позволяет увидеть, какой город был до революции, до разрушения. Показать, насколько уникальна архитектура Ирбита, то есть насколько он... Не знаю, слова подходящее нет, какой-то изысканный, да, вот. Насколько действительно он уникален. Здесь каждый дом отличается друг от друга. Здесь нет ни одного одинакового домика, ни одного одинакового вензеля, там, ни одной колонны. Здесь абсолютно все разное. То есть и в то же время это единая композиция. На масштабном макете размещено 90% всех достопримечательностей купеческого города. Это примерно 400 зданий, а также знаменитый гостиный двор Ирбитской ярмарки, историческое достояние страны, памятники архитектуры федерального значения, пассаж, театр драмы, мототрасса международного уровня, знаменитый завод по производству мотоцикла «Урал», уникальный природный ландшафт местности, вязовая роща, река Ница. Гранд-макет можно увидеть в Музее Святой Царской Семьи в выставочном зале культурно-просветительского центра «Царский» по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8.